ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу совместно с сотрудниками отдела УФСБ по городу Златоуст при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в различных местах города Златоуста одновременно были остановлены и блокированы два автомобиля ВАЗ, в багажниках и салонах которых перевозились мешки с металлом. Находящиеся в автомашинах шестеро подозреваемых жители города Златоуста в возрасте от 36 до 40 лет задержаны. Еще двоих подозреваемых задержали в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. По версии следствия, подозреваемые на протяжении длительного времени совершали хищение с территории одной из путевых машинных станций. Для этого организатор группы вступил в сговор с охранниками предприятия, которые за материальное вознаграждение беспрепятственно пропускали отдельных граждан на охраняемую территорию для совершения краж. По предварительным данным, ущерб составляет порядка 8,5 миллионов рублей.